процедура, она известна как в медицине, так и, скажем, в повседневной нашей жизни, да, идет она с древних времен, ее делают как деткам, так и взрослым. Суставы болят, кого-то, может быть, мучает головная боль. То есть есть на нашем теле есть очень много точек, на которые можно делать эту процедуру.